Бизнес крупным планом. Съемки участников конкурса идут полным ходом. Съемочная группа уже побывала на 20 предприятиях, участвующих в телепроекте «Бизнес-класс». Среди тех, кто поделился своей историей успеха – фабрика детского платья «Чупинет». О своей швейной мастерской Виктория Агапова мечтала с 18 лет. Тогда это казалось несбыточным. Исполнить желание помог, как ни странно, кризис. Виктория – бухгалтер по профессии, ее супруг Ярослав, директор турагентства, занимались поставками детской одежды из Таиланда. После падения курса рубля снизился и спрос на импорт. А вот дружеские связи с зарубежными текстильными фабриками остались. И мы решили, что мы сможем. Хотя ни я, ни Ярослав вообще никакого представления не имели даже о том, как выглядит машинка промышленная швейная. Но мы купили несколько машинок, привезли к себе домой, решили попробовать. Сегодня фабрика детского платья «Чупинет» единственная в России использует уникальные ткани тайского производства. Главные ценительницы продукции – девочки в возрасте от года до 8 лет. У Виктории и Ярослава три сына. В будущем Агаповы хотят запустить мужскую линию детской одежды. Такова история фабрики «Чупинет». Съемки участников конкурса «Бизнес-класс» продолжаются.